танки, да. Потому что нам, чтобы легче было трэш собирать от... И, блин, а мне-то что делать? Сходи, покури. Хиль, блядь! Видишь, я подсказываю тебе, что делать. Это ты пятая пати пропустил, шестой закинь. У Паранта хильте, пожалуйста. Его там нормально прошивает. Да, Мишка. Ну хули медведь, блин. Сурфа попасть. Ну сурфа? Ну, в принципе, можно. Я думаю, тебе кто-нибудь место уступит. Ты договаривайся с рейда с кем-нибудь. Ты же в рейде пока сидишь. Может, там кто-нибудь тебе на сурфан гореет. Ты водишь, что ли, хочешь? Ну. Договаривайся. Ну, ты в сурфах, что у нас? Все идет за ГП. Консул лутов никаких нет. А мне какая разница? Все по базара ноль. Если надо, даже я тебе хилом уступлю, если похитишь. Ты уверен, что сможешь выиграть по хилю? Во. Бинтами? Бинтами, да, че? Не, я могу. Не можешь, что ли, слабак? Ну, у нас барами в гильде нехер делать теми, которые бинтами не умеют хилить рейд. Качанная, блядь, ты мне говоришь такое. Что у тебя? Бесполезный, блядь. Бесполезный. ГП ему накинь сразу там. Чё, мастер, жива? Я помню в ЦЛК ХМ, когда ходили на той неделе, блядь, на принцип. Меня откинуло, короче, там стаков много и хп мало, хилов нет, я стою бинтами, блядь, хилить. Не, неправильно. Это лучше, чем умереть. У меня когда ван фоли ДД прошивает, я ударом смерти буду. Надо по этому жертвовать. Ебать ты. А не знаю, о чем вам говорить, я ударом смерти пока дайблю был декар. Ну, БДК, а не анхолик. Я про анхолика ДД, которому удар смерти нахуй не... Ты свой билд вообще видел? Я в ловушке, алё, народ, не спим. Блять, чел, я взял билд с НФ. Я не шарю в ДД билда, хри. Ну нафиг ты у меня тогда волю забирала? Не волю, а это... Волю. Череп, как вы? За, тогда у меня череп забрала. Она Бо. Череп убрала на хосту, а ходит, блядь, золом? Ну, я имею в виду, зов забрала туда, у меня, в Зулимане. Значит, она у меня вообще? Да, тогда вреди не было. Войт мне сказал так. Я весь рейд была... Это я тебе сказал. Это я тебе сказал, да. Ну, кто-то из вас здесь сказал, ну вот. Ну, так нафиг ты его забирала, если ты в ДД не ходишь? Не знаю. Иногда хожу. Это, да, блядь, чаще, чем ты. Ну, догадайся, почему. Даже скиньте дискорд в рейд. Прости. Мастер пришел. Перетащите там чувака в диск. Сейчас. Ну, мастер, перетащи, пожалуйста. Ты-то бьешь, а мне хилить надо. Кого с них четырех, блядь? А где-то мастер шел в рейде, там. Киньте в гильдию отвертку. И подпишите его сразу. О, слышишь, а Хантер хорош. С гадюкой. Будет всем кружку апать. Вообще красавчик. А кружка много у кого есть? Ну, у Чопса я точно знаю. У Чопса... А кружка это которая с хмелевара падает, да?
Хуевара, пирога, сок, пирога, ой, с груля, кружка, а вот который апает у него тринька, это сопера, да? Сопера падает. Видишь, даже Чоп тебе говорит, что это хуйня. Ну, хуйня не хуйня, а лучше. На АДК еще та хуйня. Я вон сейчас друиду, которого в пати взял, я ему дискорд скинул, он сейчас в пуги зайдет, перекинет. Так чё, блять, вам кресты бафнули? Блин, я ещё и лучер. Я ещё и лидер. А это так, нафиг ассистов. Чё, неужели я буду мне ралить? Блять, мне дали ассист, сука! Не, ну это там на всякий пожарный, я думаю. Вон, шёл друид, перекиньте его. А у нас сейчас ЦЛК, это по приору или по роллу будет? По приору. У нас будет опять апгрейд шмота, как и был. ЦЛК 25 забираешь обычки, теми, вытянешь. Подождите, а кто сейчас говорил? Я не знаю. Бля, кто-то вверху еще раз. Где кулаки? Бонг-бумбер. Бафай кулаки. Вот какая-то польза тебе будет. Ёпта, кулаки? Мать. Я думаю, короны бафают. А ты что разбафал? А, ты короны разбафал. Окей, да пусть. Начальникус, бафай всем кулаки. Что такое короны, объясните? Каски. А, блядь. Короны, каски. Ну так там написано великое благословение королей, значит в короли что носят правильно? Каски. Ой, блядь. Дефриловый, блядь. Я тогда буду говорить, потому что я бафаю мудрый. Ты бафаешь... Глупость. Сильно мудрый. Я уже разбафала, всё. Ебать, прикиньте, у нас теперь появилось... Да, подожди. Стоп, еще раз. Бон... Бомбер. Давай, Галаран. Да, делай видите, себе чарки, видите, камни, видите, все. Меня. Ты не пойдешь. И билд нормальный. Да, да билд, то ладно. Ну, блядь, без чарок идти, без камней, но это не гони, это... Сэдэним. Это не уважение. На следующее КД, да? Да, ну, на следующее КД так же сама. Спасибо ему за... Если что, это вот, бомбер. После рейда останешься, я тебе помогу, чем смогу. Спасибо большое. Давай, ладно, пошел. Если что, камни потом сделаем, напишем. У меня, кстати, у Ретрика есть 24, 20-10. Твои проблемы. Понтанулась, блядь. А почему это проблема? Еще у меня есть 20-10 на холи пала. 20-10, 24 на прото пала. А, всем похуй. Я знаю, я это по приколу рассказала. Даже, блядь, у Турбо на паладине, сука, есть ёбаный, блядь, брюльна. Удали пала от Турбана. Ты шамана моего туда не смотри. Сейчас смотри. По сути, до сих пор нет. Где у тебя, присмотри у тебя? А печенька, кстати, за ГП? Или нет? Пошлите, нет, печенька за рол будет. Пошлите у тебя с уманем, нет лока у нас. Или есть лок? Есть шкаф. Шкаф, пожалуйста. Ага. Да я не увидел. Где у нас лок? А, в натуре есть хорош. Лок. Прикинь, да. Совы только нет. Ушел этот. Давайте, воина, забафайте быстро и поедем. А где каски, блядь, я не понял. Я прото баф, Хумви всегда бафает каски, начальник всегда кулаки и кресты. Блять, я кресты бафнула. Хорошо, начальник всегда каски. Начальник всегда каски бафает. Смысл, блять, если у начальника вкачаны, блять, кулаки, а у Лисы нихуя не вкачаны. Ну, значит, бафайте, как я сказал. Кулаки, кресты, а Лиса каски, блять, Волман прото, все, блять, не ебите мозги, блять. И запомните на весь рейс. Кулаки, кресты кидаешь, понял?
хомби, ты каски. Волман кидает эти свои протобаки. Если что, в поле пауэры все у вас есть, ребята. Нет аддона, идите нахуй, к вам сказали, вы бафаете. Не надо ругаться. Все, каски. Ну че, где каски? Лапку и пристабаф. Сейчас бафают еще раз. Лапку пристабаф. Лапу бафните. У нас один друид. Он в дисе, нет? Да, он в дисе, друид, бафнет. Короче, если буду нужен, я в дискорде ниже. Хорошо. Джис, поставьте. Поставьте Джиса для Упаранта, чтобы он купил себе шипов для баф. Спасибо. Ага. Джифс стоит слева у Паранта. Нихуя 25 человек по одному бафит, да? Нормально так. Чего вы смеетесь? Я раньше, когда начинал играть, не знал, что есть такой баф на весь рейд. Я по одному бафу. У Паранта главный танк, это Мишка. На него на пол все весь даете. Да, у нас только один на пул. А, два на пул. Угу, да. ДБМ пул давай. Все готовы. Я на рогу орехи кидаю. У меня Т4. Какие орехи? Ладно, да. Желуди. А, камни! Кера? У нас Кера император дает всегда. Ну он знает, зачем ему говорить. Он так Кера. Да что он знает? Шипы бейте. Мне кажется, у нас кроме Ханта еще кто-то во фрейме не стоит ближе. Подойдите, не получайте. Да я в лужу бегаю. Я не знаю, я не хилю, мне делать нет. На вихре буду хилить. Все милики на вихре. Это ой, ну зада перед лицом встал. Здравствуйте. Он мне дал похилить. Ну. У Паранта, давай я у тебя заберу. Это ресни, пожалуйста. Не надо ресать. Ресни у него зад. Ресни, не надо. Пусть живет. Ресни его. Я заберу, если что, босс. Давай, вставай. Прохильте, ой, ну зады. Прожимку отдал. Все милики бьют. Уклоняйтесь от огня и бейте. Не надо, блядь, стоять здесь и курить. Давай, отводим чуть-чуть. Ну, с агром более чем нормально. Шипы бьем. Шипы бьем. Осколок есть, Шейпер? Есть. Сейчас. Давайте не курим, дальше идем на трэш, особенно хилы и танки. Ну, Шейпер по ДПСу, шо с тобой, нахуй, чувак? Сразу осколок забирай и иди бей. Забирай осколок. Квест на Дарновале. Здесь потому... что наделены особым знанием. А что там за квест берете? А, это кто в ГФМ меня? Ой, крас проебал. Не подходите к нему, милики.
Зачем ты агришь? Упаран, не агри туда, сейчас умрет кто-нибудь. Пусть он здесь стоит. За десятку возьму. Если никому не надо. Вестник смерти, на нем стоять сейчас будет череп. Его нужно бить всем РДД, все милики. Можете в крайнего вестника смерти свичнуться. Давай, вестников смерти, иди, тягай его, парант. Или давай я, без разницы. Давай я вестников смерти подержу от тебя. Подошел я, блядь. А потому что еще одного чучела ДКшное заагрило, еще одного вестника смерти. Блин, начислите 275. Мастер, давай я тебе дам этого. У меня шам по званию, короче, херовый. 275 вокруг да около, кинь. Бля, чье чучело ДКшники бегает и агрит весь остальной трэш? Вы ебанутые, вы мне скажите? Видимо, Шарпи. Он... Шарпи, привет. Как дела? Ну, Инузад, смотри, это как два спека. Он идет и на первый, и на второй спек, по-моему. Если не ошибаюсь, поясок. Ну, царю, вы хотели за фул, Инузад. Теперь и ты получаешь за фул. Какие спорами? Мне нравится, но дизенчант уходит. Какую триньку, блядь? Ну так он получил триньку фулл ГП. А с чего вы решили, что это мой? А чей? Ты единственный холик в рейте, камон. Ты посмотри рекаунт, во-первых. Потом посмотри на мой шмот, во-вторых. А, нет, еще пожирание, анхолик. Значит, возможно... Ну, значит, пожирание. Убирай своего, пожалуйста, пета или контролируй. Мастер, я тебя отдам. Да еще раз, блядь! Такая хуйня! Все, все, исправимся. В массы, в Москву будут писать, блядь. Так. King Size, то бишь электрошам, почему у тебя не связан... Макс Шамой. В смысле? Ну он у тебя не связан. У тебя Макс сам по себе живет. Ну я, короче, давай я привяжу и ЕП вот эту разницу накину. А, да, да. ЕП нету. Угу, окей. Мастер, пожалуйста, подпиши электрошама Твинк и вот это 1760 ЕП на Тим. Ты говоришь, я тебе сейчас, блядь, этот нахуй привяжу, блядь, а потом говоришь, мастер, блядь. Ну ты видишь, у меня бомж, звание бомжа тут. Вообще я репу пришел качать, что ты хочешь? Ник заметки его правильно написан? По-моему, да. Электрошам. Да, правильно. И вот знаешь, эти 1700, там сколько у него? 1760 было без ГП. Набрось на электрошам. Даже 780. У меня тоже приз не привязан. Давай потом займемся. Ты сейчас призом не в рейде.
Ой, флорибаф, раздай. Такс. Давайте квест делать будем. Маги, ретрики, кто умеет контролить? Ну я моба заберу на себя, и маг потом в овцу его кинет, да и все. Как ты шуманову на себя соберешь? Увидишь. Давайте еще раз чек на готовность. Где падали? Бафайте их, пожалуйста. Хантов, друидов, разбойников, шаманов. Давай я вообще пока вместе покикаю восьмой пас, раздавака эмоса, чтобы они случайно не вышли. И не забагался у вас хилбот. Да и все. Смотрите, у нас крыса. Это я. Че мы стоим-то? Еще раз чек. Ждем Саджира. Саджир, ты готов? Да, да, все тут, кроме Прости и Ойнузада. Ойнузад, тут все тут, поехали. Добейте. Кто, блядь, император попул, попул. От слова атака. Слева с моба пошел. Справа, вернее, справа. Дернавана, забирайте. Да, ближе к лестнице, давай ближе к лестнице. Еще ближе, смотри. Вот теперь давай. Отсутки там. Все хорошо. Там кем бы вы моба заберете, блять, который прибежал к... с лестницы. РДшный моб, ребят. Грани, блять, стой на месте, сука, я тебя убью нахуй. Минус 3, хорош, хорош. А потому что нечем, до начала пулу пулить. Император, тебе привет. В курсе, да? Так леди же она не сплодит. А я тебе еще раз говорю, тебе привет из-за того, что ты пулишь не вовремя. Не будь как Алис. Поехали по трэшу. Эй, моб убежал. Дарнавана не убейте. На мне, давай. Дайте я мне тоже. Пожалуйста. Эй! Диспелить будете проклятие, не? Магию. Ну, с маг, по-моему, мне кажется, не шарит. Милики, там ваш моб стоит за спиной. Там можно помочь его добить. Лучше перевести. Ну, так... Мишка, ты первый хватаешь. До призыва мы успеваем добивать, давай. Уберите бомжей. Дарнавана, отведите, пожалуйста. Чат, давай выше, поднимем. Все, давай. Дух межзон летит. Еще раз контроль. Если есть на пол, можно давать уже в Волмана на пол. На ману или что там, блядь, дайте, пожалуйста. Где-то есть тотем сразу. Сейчас дам гимн на ману. Стой на месте. Получи.
Разбойники, ДКшники, сбивайте, пожалуйста, косты. Каст. Скоро каст. Сбейте его, пожалуйста. И всех подряд. Ок, ебать, Казум, здорово, ебать. Казум, как себе, ебать? Нормально, да, по чуваку ебошить? Просто ебай, въебал ему две плюхи такие, дает, и он просто падает. Профессионал, твою мать. Ресаем, чё вы? Багром? Да, меня будет до сих пор. Подтивочка. Потом, блядь, открывайте. Сейчас, блядь, нахуй, ебу ГП за каждую шмотку, которая упала, блядь, в сумку. Чем могу помочь? Да, прикольно, когда танчишь на дарнован. Кольцо упало, блядь. На танка? Или с этого, с квеста? Бегайте дальше, агрим сейчас дракона. Сначала дракона убиваем, потом которые левее мобы. Портируйтесь наверх. Если бой, то идите на лифте, поднимайтесь наверх. Дракон уже с агрим. Передай шейперу это. Вот, угу. Изи квит меня, блин. Тебя лупят вообще в голову. Ну, лупят это меня звук. Наверху с драконом, потому что нехуй курить. И ждать чего-то. Надо подниматься сразу, блядь, и бить. Да трэш. Я это хилю там те мелкие стоят. Пробеги дальше по хилю. Уже? Я буду не против. Стулка, кстати, ты танчишь, да? Нет. Да, танчит Упарант и танчит Волман. Чё ты его притянул, Шарпи? Зачем он тебе там нужен? Бля, вот тварь. Ленивые, они всегда тянут. Вот тварь и ДД, где ПДДшить может? Не знаю, да ты можешь, в принципе, Суджиру попробовать на Сурфанге. Сурфанге и бей. Там, думаю, снаполом должно хватить. Ну, надеюсь, ты таунт ты не нажмешь, да? Не, у меня вообще нет. Ну, значит, нормально должно все. Я ж ПВП ветка, там на панели вообще нету. Только справа. Упаран точно должен удержать, а вот я вряд ли. Ну, если упрат начнёт, то тебе заебись будет. Синдролич остался. Да. Я надеюсь, мы завтра их быстро убьем и пойдем за СОК ломать. Возвращайтесь назад, бейте чтобы трэш, который мы не добили. В среду отдохнуть, потом нас. А вы это специально, блядь, перед ником начальнику сопоставили пробел нахуй, привязки, блядь? Чтобы он не был привязан? Это. Ну, удали пробел. Ну, я случайно, не знаю, это я привязан, значит, не заметил. Хорош, видишь, ты внимательный какой. Смотри, я даже вот так тебе сделаю. Ну, ты радуйся, что хотя бы нахуй маликет дал 28 нахуй. Смотри, вот так я тебе даже сделаю. А я думал исключить из группы. Ты, кстати, заметил, я тебе весь шмот. Я тебя понимаю, так что дай дорогу. Кто там летает? Ну-ка, плюсы поставить.
что за обмен был? Кто хочет сесть пушки, плюс поставьте. Вороны не стали уже без пушек. Все, пусть те, кто стоит, те и садятся. Все, лучше... стойте. Казум, не-не, у тебя ты летать да, будешь. Да. Казум, Вудшейпер, Путаница и Кхив. Ран соберите все абсолютно, на всякий случай. И их нужно не просто взять, их еще нужно одеть и использовать. Для того, чтобы понять, что они работают или нет. Это, блядь, за что? Шансонг, ты идешь? Да-да. Что, у всех кипятло? Кстати, у меня праздник. Красный день. Следующий, вот что-нибудь. День рождения? Я... Нет, я первая по приору в гильдии. Поздравьте меня, я так долго к этому шла. Мастер Андрей спрашивает. Я пошла его сливать. Давай, ливай, Алис. Поздравляем. Спасибо. Горобычку будешь брать, что ли? У нее есть горы обычки. Все готовы, ну, можно запускать. Всех Касуки, запускай бойся. Да ты рейд лидер. Командир, алло, я же сказал. А ты будешь шейперу отдавать лутерам. Ну а что, я буду постоянно. Да нахуй ты занимал. Весь шмот на дизенчант тебе даю и так. Зря ты это сказал. Просто шмот у меня... Я дезенчантить его не могу. У меня ничего не вкачано из проб. Буду тут, блять, в схеме. Вы видите? Что это там вдалеке? Где у меня отвертка? Да, он сбежал. У нас отвертки нету, да? Угу. Баран, ты летаешь на тот корабль. Услышал, надеюсь, меня. Баран, ты летаешь на тот корабль. Он я остаюсь здесь. Угу. Взял, взял. Лежит там, говорит. Я, походу, должна твой труп прикинуть, блядь. Вроде к боссу. А, ну тогда вставай, покидай тело, никто лут не открывает, блядь. Вижу кого-то возле лута ГП. Прыгай. Прыгай. Через гарду. О, похилка. Прыгаем. Ля, там на том корабле чаек повыпускали, короче, свои. Прилетели. Оружейников сейчас милики можете потыкать дальних. Паран, постой подольше, пусть они их там потыкают, чтобы у нас под... на этом корабле. Не, чё, тыкать. Подожди, я что-то не пойму, а как это работает? Вот вы идете, дальников бьете, а потом спрыгиваете в ту же сторону.
Да, и появляемся на главном корабле, на ту сторону прыгаем. Прыгайте, прыгайте на тот корабль, Войд. 26 стаков, давайте быстрее, 27 стаков у босса. Прыгай обратно сразу, Мишка. Прыгай, прыгай, прыгай с корабля, пусть сдохнут. Ихние проблемы будут. Тридцать пять стаков, просто бахнуть. Смотрю, пушки вообще стреляют почему-то вперед, а не назад, да, пушки, блядь? Кто там у нас в пушках сидит? Подальник, стреляйте, алло. Ию, путанец, шейперы, прыгай, блядь. Прыгай, прыгай. Прыгайте, прыгайте. Короче, у Барант есть такая фишка, если у тебя получится так сделать, когда, короче, прыгаешь на свой корабль, можно нажать таунт и отойти на такое расстояние, чтобы в тебя он топор не кинул. Тогда у него стаки набираться не будут. А, то есть вот это, которые на нем висят на Ты долго на корабле стоять, баран. Да, прыгай, там из-за того, что прыгай. Милики долго бьют. А я уйду. Милики все уйдут, если не раки. Кто умрет, их не проблемы. 60 стаков просто трудно выхиливать. Так что можно до такой штукой... Да, уже не весело. Прыгай. Прыгайте, прыгайте, заморозка уже. Кому-то что-то не нравится, мол, эти назад. Я ненавижу русский язык, мне похуй, мне приходится им базарить. Расист. Похол. Прыгайте вниз. Я специально жиши пишу через «эй». Почему? Здорово. А чё, ща тоже через «я»? Прыгайте, прыгайте, прыгайте. Чего вы крутитесь на этом корабле? Идите на тот, помогайте убить мага. Быстрее я же забьем. Я сейчас вас, блядь, через «и» напишу. Через «уй». Все, давайте назад, прыгай, прыгай на наш корабль, пусть сдохнет. Я-то думаю, что за хуйня. У нас горна даже нету, да? Давай, прыгай. Да, зачем? Там для собак. Мы назад бьем на ману. Да я тотем просто ставлю на силу, он видать перебил. Полетели мага бить, полетели, полетели, давайте. Возвращаемся на корабль, добивайте пушку. Инар. Баранта, индикиру, дай, пожалуйста. Изикирду. Пожалуйста, дай Инар, если не там. Изикрита, блядь. Зачем? Да не надо. Да уже добили. Изикирд. К сундуку, пожалуйста, не подойдите, не подходите, пожалуйста, к сундуку. Ну, блин, или не лутайтесь, ты подходите. Че, какие там чувака лута решаем? Там ему просто топор с этих кораблей нужен. Бесполезно для всех остальных, кроме разбойника предмет. Че тут? Тут. Вот да, надо, видишь. Ого, пащик упал. Курва. Это тоже в Польше был пожарищий. Да подожди ты, блядь, дай лут раздам, нахуй. Заебал император. Давай, отходи, одна минута есть. Никому не надо, ну две шмотки найди сразу. Сука, прям расту, блядь.
Микстурка, а ты на ебака когда-нибудь ходил в Польше? Я не знаю, что это такое. На работу, типа, я так понял. У вас много таких предметов. Подожди, блядь. Пожарищ, ты у тебя вот есть вот этот твой друг, который с тобой бегает? Ты его, пожалуйста, когда трэш контролируй, это реально важно. Ты когда нам... Когда подскакивает, это не очень хорошо. Он встает, блин. Никому не нужен, я вас понял, на Гизен, что он выходит. Хороший плащ. Особенно для ретро-полы. Как меня, потомки? Как? Вообще заебись. Вот и все. Отлично. Людей любим, скучаем, скорбим. Ты как-то... Смотрим чаты гильдии. Говоришь херово тихо, ну ладно. А, точно, у меня микрофон просто на лбе. Не в жопе. У тебя в жопе? Ставьте гэбэк кто-то. Где-то там есть навык. Что тебе надо, из портала? Дикая магия. Возле и портала. Змея. Дикой магии и змеи. Скажи, скажи, чё, удава хочешь давить, что ли? Чё, Шейпер вылетел, да? Возьмёте похили? Нет. Охуев? Угу. Если бы ещё рыбу поставили, было бы вообще заебись. Рыба для залупников. Стоит сзади императора, в общем, рыба залупников. Да, он хоть бы 15 дал, ты говоришь. Да. 25. Сейчас у нас Хантер релогнится, Шейпер зайдет, походу он там, не знаю, нет, рассекся. Ну будет без осколка, если не зайдет. Так, некому даже его забирать тут, Фрейди, может, не гони. Кулак дайте. Беда. Кулак, чё? Обновите поваром. По кулакам у нас главный я начальник. Знаю. Главный начальник по кулакам, я понял. Ебать, угадайте, кто мне пишет гильдию на... Шипе, нахуй. А можешь сразу говорить, чтобы он лесом. Спрашивай, если у него есть этот анхолик, друг, ебать, тогда ШП принимай. 200... Карманный анхолик, нормальный. Да. Ну что там, запускаем, может, нет? Нет. Не запускаем. Хан тут, Шейпер тут, все тут. Шипа плюс анхолик на арене. Секунду, его дали. С рестор шаманом, еба. Все тут, запускаю босс. Торкра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Говорит, мне слышал хорошая гильдия. От кого? Вообще замечательная просто. Если что, там на пол все в упоранту уходит. Ты уверен, да? Что он вот держит? Дай мне ассиста. Да, он, ты че, это же Мишка. Я ему сальву дам. Ретаунтить будете, а че делать? Да и все. Ну, блять, ретаунтить в любом случае будет. Можно я по нему сальву дам? Алиса, на меня держи сальву и боб на всякий случай. И болт на него держи. Болт. Ты это, ты сам болт на ней держи, понял? Мастер, мастер. Мастер, дай одну фласку на АП, пожалуйста. А, сосёшь? Конечно. Ой, блядь, ты пидорло! Про товар ДД? Окей. Эти стажеры больше скажут, тут никто, сука, расколы не стакает, блядь. Ну вот, не надо. Начало боя, там, через 5 секунд, готовьтесь. Юрмик, сука, даже. Думаешь?
Блин, кого тут хилит? Вот я совершил. Не могу печеньку забрать, помоги. Ну, хилить нужно. Меня мучает вопрос, кто выпьет желтый дракой? Я. Шреддер. А он в рейзе? Нет. Это я пью, да. Император, давай. 40к с тебя. Если не трудно, блин, на пол, ребят, у кого откдэшился, Волман, если что, дайте. Когда босс на мне будет висеть. Помогай трэш собирать у Паранта, если можешь. Император, больше давай. Сколько там у него? 29 почти. Ну, видал, мужик. Давай. Помогай, трэш. Нормально, ну блять, 27, чё ты спускаешься-то? Шипы кончились, что ли? На ком? Не, на сорфанге мы сейчас. 27-351 он дал. Неплохо. Ну такое. Сойдет. Не, ну мне кажется, он что-то проебал. Ну, потому что на 1.5к опустился резко что-то. Да ну. 240-й элем дал 13к, так что. Кстати, вообще ДПС больше, чем на сурке на 8000. Нихуя даже. Так, а что у нас? 15 место. 9200 и дальше пойду открывать вам портал. Сейчас я пойду, короче. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Ну, пару этих хуйни уже 18к нормально, в принципе. Портал, если что, открыт. Ну, ты молодец. Ой, ну зад. Дальше только не уходи, чтоб Вальку не согреть. У нас там сажира, блядь, пожрали. Саджир просто попробовал в этом. Мне кажется, он в танке, да, пробовал. Прото ДД. А если чё, кто не знает. Чё, 8400 дал. Мужик! Вот товарная сила. Он нам дал просто расколы, блядь, потому что нас... Да, мне чисто посмотреть, сколько дал. Печеньки за ГП идут или нет? Кстати, нет. Я могу вообще до конца плотики идти. Я не слышу. Паролу просто отдаются? Да, паролу, но только по одному токену нарыло. Вот тогда мне дал. А что мне пати дадут? А зачем тебе пати? У нас пока это фулл царь. Я шейпера и сколько собирает? Тоже на шейпера сколько собирает. Это живем, скоро Шреддер будет собирать. Блять. Че вы там на ком уже? Ребят, давайте пойдем сначала Валик убьем, который посередине две летает, чтобы они потом на мозги не парили.
Сначала вот сейчас вот убиваем правую. Я ее сагрю. Первый сам дам стан, стана никто не дает. Уже тут жирный, бьем буджика. Помогайте убивать Вальку, которая находится на мосту. Стан ей первый дал. Вот ты, блядь, пан, ублюдок, мать твою. Ебал. Нет, я так не сказал. Вот и ЛАРДД здесь, блядь. Ты стан, пожалуйста, и дай вовремя, блин. Ну, почти. Антимилишн. И работает, короче. Ты можешь дать ему волман этот. Нет, нет, не могу. КД. Изгнание. А, ну это да. Давай уже меня в рейд, я жажду. Убийство. Ай, назад на замену. Давайте еще одну поймаем. Че, Мася, я в Кольске пойду, общий ДПС выше, кстати. Они реально не стакали, походу, вообще. Да, никогда не стакают, блять, это ебучий, блять, раскол брони, никогда не стакают. Аутя, ты в комна. Аутя, ты армс? Да. Пизду и делай хурик, и будешь только расколы стакать. Сумун, сумун. Стан не забудьте дать, стан не забудьте дать подкаст. Это Турбо, скажи, пожалуйста, а ты. Ты на паладине, а я думал, ты с кем-то. У меня стоит 5 редко получается стакать расколы. Войт, не, я пока на паладине. Я могу парить. Шейперлок, ебаный. Да зачем? Я фото варить ДД буду стакать, мастерал, ебать. А бля, ДПС надо больше. Мы можем, кстати, просто, блядь, по одному скинуться и все, нахуй. Скинуться, ебать. Я тебе сейчас, блядь, скинуться. Давай, я чисто. Нужно больше, наркоманы. Чисто фотики. У нас, блядь, 5. Да, Суджиры, Суджиры, ты мне скажи, на этом сервере у прота ДД, как с этой рагой. Нормально, всегда сотка. Какой хуёвый, ты чё, всегда сотка. У прота ДД. Бля, помогайте, Агри. У прота ДД с рагой так же хорошо, как с мозгами. А, в смысле, рак мозга, что ли, ты ел? Не, у меня фул рага, бля, вы что? У тебя фул рак, бля. Бля, ну что поделать, нахуй? У тебя кап рака. Вы только соутпанга убили или что? Да, да. Смотри, вот трэш. Смотри, контроль. Да, я слышу, что вы там Вальку, Вальку. Заебись. Сумон топ хила этого серва. Сейчас мы пока трэш бьем. Вы че, ему хватит дали еще? Я сам в шоке. Ой, назад, обратно в рейд. Я, блядь, просто попросил 10 минут на замену. Во, ой, назад, давай в ШП, настало твое время. Вы типа поменялись? О, 4, а царь думает, что он будет топ-хилом, нахуй, потом обидится и больше не будет хилить, да? Там, если чё, боешка лежит. Где? Да и... Какая? Ну, ту ты вот... Шо, бля? 200, там да, пояс какой-то у вас упал. И, да, а кушак Джордан. И кушок Джордана, и кольцо на ловкость с проком. Я смотрю, в гильдии уже 312к. Да нахуй, 31к ДПС, блять. А ты хорош. Шо, царь, возрадовался, что теперь Лема ДПС? Ну так, я вам всем говорил, что вы оденьте Варшок и Лема, это будет топ-1 ДПС. И все, о, не надо ему четвертый кусок давать, а давайте по природ. Ты, блять, прежде чем хуйню пиздеть, подумай, кто говорил это, блять. Мидвей кто же? Кто? Упаран, давай, ты, если что там, как тебе Упаран, как с тебя забирать надо будет, там стаков много будет, ты напиши плюсик. Я отслеживаю, конечно, но могу это закурить. Три. Шейпера, блять, якутия передамажил. Пиздос, нахуй.
Изи, блядь. Я не знаю, зачем вы... Да у шейпера, блядь, камень в мониторе, ебать, он не видит. Я посередине, чё ты, блядь, хочешь от него? Ну, когда в КС-ку играл, посерединке камушек сбил. Точнее, не камушек, гвоздь. Собирал. Вот. Чтобы лучше целиться. Хуй его знает, а вдруг он купит новый комп и будет лучше меня играть. Надо сейчас позаёбывать, пока время есть. Ну да, пока он в Польше, блядь, заёбываю его, приедет к себе домой. Трикуэс, сука, блядь, слайд-шоу, нахуй. И будет такой, я из Германии прибыть, а ДПС свой не повысить. Чё, андролим ленточку, да? Ленточка плюс 4К ДПСа. Выиграет кто? Плюс 15 на. Кто там сумку открыл? Я открыл, блядь, чё? Блядь, эти кто уже ГПМ не байзали. Не, я просто сумку открыл, блядь. Смотреть лут. Скажи мне, да, моему аддону, да. Ну шо там, сумма? У нас один... Да не, мы пока собачьим. Подожди, мы сейчас пока лечаем, я, блядь, потом сегодня. Перед боссом истребление, готовьтесь хилить. Ханта, Кигива захилите, Чопса, Саджира. Ну, начальник, блядь, врачи на щит не прожал. Ууу, лучше бы я, блядь, не смотрел на. Да, ты прав. Ниже про товара, блядь. Ебать, прожимку отдал. В рейде нахуй за 3% ДПС, блядь. У меня сарканов-то нет. Ну да, нормально. О, хилы раки. Потому что шьет на то, что у нас, ебать, варшок не может тотема защита от сил природы поставить. И тот же хунтер. Дикой природы вообще-то. Сейчас бы Варшоку доверять тотему ставить. Нет, ну а что, я чё скажи, я и на профи должен его на этих бомбах поставить. Ловушка. Да куда в лагрите, давайте рейсим остальные. Тихо. Не врывайте сильно, подождите, я собираю. Ну, Паран, давай, собирай, помогай. Все нормально, мы собираем, вроде нормально. Репы идут хорошо. А давайте вот этого еще толстого убьем. Давай рейснем остальным. Рейснем сначала, потом убьем толстого. О, винтовкой. Резайте людей, ставьте в шкаф, сумоньте царя бетонного. Хилл говорит раки, один паладин и два шама. Хорош. Быстро, извинись, да я добрый. Сори, царь, ты не дебил, ты долбоёб, ой. В смысле, охуев? Вообще страх потерял. Нет, нельзя, рот. Лящай. Сейчас за дах кто-то, блядь, за кутку дахтается, блядь, на осколке очередь. Еще раз, блин, не пришел с умом. Блядь, ты заебал. Ну не пришел, я что, виноват, что ли? Да. Так. Кто там винтовку спиздил, на? Ша, смотрим, блядь. Волмен, на. Ёпта. Релок. Чё, блядь? Сейчас я в ГБ положу. Ну чё, сумон идёт, нет? Да, я гружусь, вы чё, не слышно? Хоть сказал бы. Так я сказал, блин, наверное, я мастер, не могу в ту ячейку вложить. Да, дай мне нахуй, ёбаный, вот я положу. Да. Чё, ленточку кому продать? Не. Он хуйный стоит. Блядь, чё не нажимается? Тар, курва. Он курва. Идите, активируйте вторую его справа. Так, две было. Две было от большого, от далекого.
Давайте большого лейте, если видите то, что бой на ком-то, там еще сверху, значит, сагрили какого-то мудака. Да, право точно сагрит. За что? Где? За то, что вы взяли царя, а не его. Давайте сейчас начнем. Ну, царь-пидор. Если ты Мосса попросишь у кого-то скиллов на замену, и они тебе уступят, я тебя возьму. Проблем нету вообще. Не, ну Мосса... Если тебе надо в рейд, пожалуйста, надо. Я тебе, блядь, найду место всегда. Если надо, даже я ему отдам место, мне пошло. Мое. Да нет, почему? Косок этот... Микстурка же сейчас за этого, за шамана. Окей, за синдру мне напомнишь, я тебе место кому-то найду. Ну вот, ты просто что, так скажи, Лендри? Что тебе синдры нужен предмет, мы тебе уступим. Я сюда купить кто-нибудь хочешь, нет? Пошли направо, куда пошли все, блядь? Направо, на, учимся по новой. Большая разница. РЛ и эти обоссаны направо ведут. Налево своей девушки будете ходить, а тут направо. Понял. Если такая девушка, как ту хлопуст, то я ебал. Ну да, не забудь, там коляка нужна будет кому-то. Милая морда даже есть. Я люди без личной жизни, какая, блядь, девушка, бачу. Упарант, ты давай на боссе, я на слюзняках постою, у тебя гро получше, чем у меня будет. Пожалуйста, пулить на слово атака, а не где идет атака и секунды. Еще раз кому-то не доходит там? О, кур. Ты мне, если что, это дай знак какой-нибудь, плюс, минус, там, чтоб я понимал, что ты слышишь меня. Парант, все вижу. Знак. Дай мне знак! Блин, там папа... Да, Геру не давайте, наркоманы, на этом, пожалуйста, убивает. Без Гера его убивайте. Чего? Потому что варшок. Херач Геру, давай. Ну, Хант, ГП нахуй. Козел. Причем тут Хант? Ну ты спулил. Диспелить, нет? Нет, не надо. Не надо хилить. Диспелить не надо тут. Да, хилишь, нет? Да тут что хилить? Шарпи дебаф. О, время сервака назад вернули. Да. А вы что, меняли? Да, было сегодня в 3 часа 9 часов вечера. И календарь на пятницу, на субботу. Угу. Парант, сейчас подержи 4 секунды слюзняка на себе. Для того, чтобы мне свейдить стаки, чтобы он не взорвался совсем. Не-не-не-не-не-не-не, нового, который большой появится, этого не надо. Вот сейчас новый появится, подержи вот сагри сейчас на себя, на 4 секунду. На 9 я заберу тебя. Все, забираю. Все. Один стакс и выделился. Ну это бред, я еще и не на первом похилу. Рак! Че поделать? Ну да.
Я завис. Вон тебе микстурка подается. Держи, держи, баран, забирай. Забирай пока, держи. Пусть держится на тебе. Я заберу, когда нужно. Забираю. Зачем тебе масса на синдру? Мувхэнд надо. Все, еще один стак себе выйдет. Салара, ёбаный, ну. А, или тебе понял. Боешечка хорош. Это мастер, сколько там с поглотами у меня, блин? Сейчас скажу. Дай, блядь, тут, сука, ёбаный курва ЕПГП Адонна. Курва ЕПГП. Курва ЕПГ поебать. Новый аддон. Начальник и сот пуск. Ну очень надо, пацаны, ну, ну правда. Но забирает шарпи, хотя у него твинт, конечно. Это вот тоже твинт. Понял, принял. Я неправильные показываю. А теперь начальнику спинка, а, мага, понял. Вчера мага взяли. Шарпи, шарпи забирают, шарпи. Чайникуса, у тебя есть третья ката у мага? Нет, это четвертая. Четвертая. Говорил, 2-3 недели у него не будет. А, блин, плохо, то что третий нет. Эти рыбы у меня попало, даже ничего маны нет. Начальникус, 10%. Это у нас получается шо? Шо? Правильно, 55 гп. Да не, нам...